Рад видеть вас на канале Device. Сегодня у нас на обзоре монитор BenQ Zowie XL2546K. Надеюсь, что вам понравится это видео. Буду рад за лайк и любой комментарий. В описании я оставлю ссылки на этот монитор. Подписывайтесь на канал, будем говорить о компьютерах и девайсах к ним. Итак, начнем. Zowie – это бренд, занимающийся созданием профессионального оборудования для киберспорта, стремящийся постоянно разрабатывать продукты, которые позволяют геймерам играть на пике своих возможностей. 24,5-дюймовый игровой монитор с частотой 240 Гц обеспечивает очень плавный игровой процесс в играх с бесперебойным и точным управлением. Благодаря времени отклика в 0,5 миллисекунд смазывание и размытие в движении практически исключены. Этот дисплей также обеспечивает превосходное изображение с выдающимися цветами и коэффициенту контрастности 800:1. В мониторе BenQ применяется TN-матрица с разрешением 1920 на 1080 пикселей. Соотношение сторон GK-панели составляет 16:9, разрядность матрицы составляет 6 бит плюс FRC. Невероятно быстрая частота обновления 240 Гц позволяет получить удивительно плавные игровые визуальные эффекты, дающие вам преимущество в шутерах от первого лица, гонках, стратегиях в реальном времени и спортивных играх. Функция Black Equalizer обеспечивает четкость изображения в темных сценах без чрезмерной экспозиции светлых областей, что помогает легко находить цели и обеспечивает комфорт просмотра в процессе игры. Больше никогда не становитесь жертвой трусливых кемперов, затаившихся в темном углу. Обновленный интерфейс и переключатель S-Switch обеспечивает быстрый доступ в меню монитора и позволяет переключаться между режимами одним касанием. Теперь настройка изображения перед игрой или во время раунда стала намного удобнее. Технология DYAC – четкость отображения быстро движущихся объектов. DYAC – это фирменная технология Zowie, уменьшающая размытость при движении и нивелирующая нестабильность изображения. Это позволяет геймерам более четко видеть положение прицела и точек попадания, что может помочь контролировать отдачу. Black Equalizer повышает видимость в темных сценах, не переэкспонируя светлые участки. Вы также можете использовать его для точной настройки предпочтительного баланса черного при низкой яркости для еще более комфортного просмотра. Технология Color Vibrance позволяет легко настраивать предпочтительный цветовой тон и обеспечивает более четкий градиент. С 20 уровнями настроек Color Vibrance вы можете получить особые требования к просмотру и предпочтения для всех типов игрового процесса. Для оптимального игрового опыта в Zowie предварительно загружены игровые режимы. Легко выбирайте предпочтительный режим в зависимости от игры, в которую вы играете. Вы можете легко переключаться между этими режимами одним нажатием горячей клавиши. Дизайн BenQ Zowie выполнен в классических тонах, в качестве основного цвета выбран черный. Концентрация является ключевым фактором в киберспорте. Рамка ЖК-дисплея серии XL была специально разработана для уменьшения отражений света от экрана, что поможет сосредоточиться на игре, а козырек Shield мониторов XL-K предназначен для сохранения внимания в игровых ситуациях. Регулируемый угол наклона позволяет адаптировать Shield к различным условиям в зависимости от ваших предпочтений. Элементы управления находятся в нижней панели монитора и включает в себя джойстик и три кнопки. Уменьшенная подставка монитора для большего игрового пространства. Новая подставка разработана таким образом, чтобы занимать меньше места на столе при сохранении той же устойчивости. Это предоставляет геймерам больше пространства для движений во время игрового процесса и обеспечивает более комфортную игру. Zowie понимает, что у каждого геймера есть своя уникальная комбинация регулировки высоты и угла наклона монитора. Благодаря регулировке высоты и свободному наклону геймеры могут быстро и удобно настроить монитор, обеспечивая более комфортные условия для игры. Регулируемой по высоте подставкой можно управлять всего одним пальцем, чтобы позволить легко получить нужный угол обзора, обеспечивая максимальный комфорт. Также поддерживается крепление на стену с помощью виса совместимых кронштейнов. Функция Black Equalizer. С ее помощью можно высветлить темные участки, предоставив возможность легче ориентироваться в темных картах в играх типа Counter-Strike 1.6, CS Source и аналогичных. Функция Color Vibrance. Color Vibrance – это уникальная технология BenQ Zowie, которая установлена на всех киберспортивных мониторах XL-серии.
Функция Color Vibrance предлагает более четкую градацию цветовых оттенков и позволяет геймерам настроить цвета точно так, как нужно для конкретной игры, благодаря наличию 20 уровней регулировки. XL Setting Touche. Поделитесь своими настройками с товарищем по команде, другом или фанатами. Быстро сохраняйте видеопрофили и делитесь ими с удобством через простой пользовательский интерфейс. Технология с низким излучением синего света. Компания BenQ – первый в мире бренд, оснащающий 100% своих мониторов специальной технологией защиты зрения, призванной обеспечить здоровье глаз для максимального зрительного комфорта и удовольствия от просмотра. Геймеры заслуживают плавного воспроизведения игр в сочетании с превосходным качеством изображения при обработке в HDR. Именно в этом и заключается суть технологии AMD FreeSync Premium. Технология устранения мерцания Flicker Free позволяет полностью избавиться от мерцания благодаря источнику постоянной светодиодной подсветки. Подсветка монитора создает равномерный поток, благодаря которому глаза не ощущают переключения изображения. Блокировка Keylocker – предотвращение возможности случайного изменения всех параметров монитора. На задней панели расположены разъемы: 1 DisplayPort 1.2, 3 HDMI 2.0, 1 мини-USB для подключения S-Switch модуля, 1 выход для аудио и наушников 3,5 мм. В мониторе BenQ Zowie используется встроенный блок питания, максимальная потребляемая мощность 45 Вт. Я внимательно изучил отзывы покупателей в разных источниках и могу выделить основные моменты. Пользователям не нравится. Цена. Не подходит для монтажа и фотошопа. Углы обзора. А вот что покупатели оценили больше всего. Отличное изображение. Идеален для шутеров. Нет засветов. Регулировка во всех плоскостях. 240 Гц. Быстрый отклик. Пульт. Матовый экран. Дизайн. Если вы уже обладаете данным монитором, то в комментарии напишите нам свой отзыв о нем, а в описании напоминаю, что оставил ссылки на лучшие цены этого монитора. Спасибо вам, что посмотрели до конца мое видео, очень надеюсь, что оно вам понравилось. Буду рад, если поставите палец вверх, подпишитесь на мой канал и напишите комментарий. С вами был канал Device. Скоро увидимся!